в эпоху массового потребления найти серийный автомобиль, наделенный красотой, харизмой и страстью, это большая редкость. Сегодня нас сплошь и рядом окружают какие-то пластмассовые мыльницы. Убогие, бесхарактерные и почти безмоторные. Но в BMW еще полно кудесников и бунтарей, готовых на деле доказать, что автомобиль – это не стиральная машина, а инструмент, способный генерировать тонны эндорфинов, приводящих водителя в состояние эйфории. Новая трешка. Не машина, а фотомодель. Выразительный взгляд светодиодных фар, капот с кокетливой горбинкой на носу, стройные бока, изящные стойки крыши. Наконец-то BMW после почти десятилетнего застоя в эпоху Криса Бенгла снова стали делать действительно красивые машины. Нынешняя трешка не просто красива, она стала еще больше похожа на BMW середины 90-х. Похвально, что в компании возвращаются к истокам и возрождают былые ценности. Вот эти вот задние фонари напоминают нам старую добрую пятерку E34. А еще одна приятная новость ждет нас внутри машины. Как в той рекламе с йогуртами, теперь банановый. Здесь на комбинации приборов можно увидеть теперь 4 стрелки. Эргономика водительского места по-прежнему образцовая. Каждая рукоятка, каждая кнопочка находится в зоне досягаемости. Отличная обзорность по сторонам, плотное объятие сидений с массой регулировок, удобный руль, который легко ложится в руки. Все это сразу настраивает на боевой лад. Новая трешка стала просторнее, ведь она длиннее и выше предшественницы, и теперь на галерке стало вполне удобно. Заднее сиденье понравится всем, и вашей маме, и вашей новой девушке. Вырос и объем багажника. Теперь он составляет 480 литров. Вывезти с дачи родственников и помидоры с грядки. А почему бы и нет? Ваши овощи надолго запомнят эту поездку. Кажется, я теперь знаю, как делают тот самый настоящий кетчуп. Ведь на ходу эта машина будет покруче всякой Виагры. И совладать с этой силой сможет не всякий. Трехлитровая бензиновая турбо-шестерка мощностью 306 сил – не мотор, а сказка. С ней любой BMW, даже тяжелый X6 едет хорошо. А уж легонькая трешка превращается в самую настоящую ракету. Стоит утопить в пол гашетку на 6 секунд, и вы нарушите все скоростные лимиты в России. А как хорошо машина ускоряется за облачных скоростей. Каждое нажатие на газ – праздник скорости и адреналина. Да, у гаишников прибавится головной боли. Я могу вам сколько угодно рассказывать о характеристиках этого силового агрегата. Но лучше один раз услышать этот звучный баритон. Восьмиступенчатый автомат – это еще одно немецкое чудо. С такой коробкой можно хоть вслепую выходить на обгоны. Трансмиссия быстро и незаметно перещелкивает все передачи, а при кикдауне она может сбросить до 4 ступеней вниз. Наверное, ручной режим здесь оставили просто, чтобы не обидеть водителя, чтобы тот мог хоть чуточку возомнить себя крутым гонщиком. В зеркале заднего вида хочется видеть болид Ральфа Шумахера. А в реальности попадается одна лишь классика. То от АвтоВАЗа, то от Ниссана. Трешка явно создавалась для любителей Need for Speed. Ведь с такой машиной игра легко переносится из виртуальной плоскости на наши дороги. Управляемость, курсовая устойчивость – все это приобретает какой-то и реальный оттенок. Лишь в колеях широкие покрышки напомнят о российской действительности. Вместо вот этих двух шкал с мощностью и крутящим моментом я бы поставил индикатор времени прохождения круга, чтобы замерять свои лучшие результаты на МКАД Бургринге.
поворотах седан творит чудеса, заныривая в вираж на такой скорости, словно ему чужды законы физики. От водителя требуется лишь задать направление, просто повернуть баранку на нужный угол. Автомобиль легко прописывает дуги различной крутизны и при этом четко следует намеченной траектории, словно циркулем чертит окружность. Причем нужно очень постараться, чтобы достичь предела по сцеплению. Вам уже страшно, а машина продолжает невозмутимо ехать туда, куда вы ей указали. Осталось лишь выбрать нужный гоночный трек. Но в Москве много колец, так что выбирайте себе по силам и начинайте гонку. Хорошую музыку немцы тоже не поскупились. Акустика марки «Гармонь Баян» переварит не только попсу, но и что-нибудь посложнее. Но на скорости за 200, когда попутные машины как мухи мелькают за ветровым стеклом, ничего, кроме «Руки вверх» или «Тату» слушать нельзя. Иначе ваш мозг не справится с большим количеством поступающей информации. Нас не догонят! Нас не догонят! Нынешняя трешка унаследовала все основные новшества последних лет. Это и проекционный дисплей, и джойстик автоматической коробки передач, и пресловутый мультимедийный комплекс iDrive с огромным экраном, и мехатронное шасси, которое позволяет менять настройки двигателя, коробки передач, рулевого управления и подвески. Так что в пробках вам будет чем заняться. А пока разберетесь со всеми функциями и кнопочками, глядишь, и до дома доедете. Кстати, новый режим езды Eco Pro, призванный по идее экономить топливо, очень подходит для толкотни в дорожных заторах. Педаль газа становится задемпфированной, и силовой агрегат с линцой реагирует на ее перемещение. Впрочем, BMW бунтует против пробок, и стоит только остановиться, как машина сразу же глушит двигатель. Срабатывает система старт-стоп. Трешка не любит, когда ее насилуют педалью тормоза. Автомобиль не даст себя в обиду и в том случае, если у вас все плохо с параллельной парковкой. В этой машине есть и система кругового обзора, но в BMW пора задуматься, что для российской трешки нужна именно передняя камера с выходом в интернет, чтобы все на свете знали, что сегодня от Шереметьево до Бутова вы поставили 4 мировых рекорда скорости. А вчера по Киевке обогнали 2 кортежа с вертолетами и мотоциклистами. А что будет завтра, зависит от вас и вашей правой ноги. Есть ли в этой машине недостатки? Да, но их немного. Самое главное, в этой машине все время куда-то пропадает бензин. С таким зверским мотором 60-литрового бака попросту не хватает. Горючее буквально тает на глазах. Еще я бы мог посетовать на маленький бардачок. Ну да ладно. А вот поролоновая подстилка, торчащая из-под рулевой колонки в машине за 3 миллиона рублей, это уже колхоз. Но досадные мелочи не способны омрачить яркие впечатления, которые остаются после каждой поездки на BMW. Ведь седан третьей серии – это по-прежнему один из лучших серийных драйверс кар и, пожалуй, лучший в своем классе автомобиль. Генератор хорошего настроения и возмутитель спокойствия на дороге. Баварский седан вызывает кучу эмоций и каши в голове. С этой машиной у вас есть прекрасный шанс заполучить букет нервных расстройств и заболеваний. Но от скуки вы не умрете никогда. К чертям друзей, к чертям подруг. Ведь BMW ваш самый лучший друг.